Опа, опа, опа. Югорчане любят вкусно покушать. И гостей угощать тоже любят. Главное, есть чем. Малосольная щучья икра, оленина, медвежатина, строганина из рыбы, знаменитый язь колодкой – все это настоящие югорские деликатесы. Но почему к ним так настороженно относятся врачи? Разберемся по сути. А начнем, пожалуй, с рыбы. Язь – рыба моей мечты. Моей. Мы в холодильнике у фермера Анатолия Райшина. За свою жизнь он засолил не один центнер рыбы. И не опасная. Нет, не опасно. Тут же я сам ее ем. После такого веского аргумента гостю отказаться от угощения сложно. И все бы ничего, кабы не эпистархоз. А ведь, чтобы заболеть, достаточно и одной рыбки с живыми личинками кошачьей двулустки. Так вот, по статистике, 16% инвазированных лакомились такой рыбкой именно в гостях. Больше заболевших только среди тех, кто купил деликатес где-нибудь у дороги или приготовил рыбу самостоятельно. Соленая, вяленая и свежая рыба, строганина, самая опасная. Пробуйте. Носом. Отлично. Я ем, видите, не боюсь. Я тоже не боюсь, потому что знаю, как эта рыбка была приготовлена. Но на всякий случай отнесла изя из той же партии посола в лабораторию. Результаты узнаем чуть позже, но биолог Вероника Дворникова сразу заявила, что эписторхи в этом экземпляре есть. Вопрос – живые или мертвые? В каждой особи есть эти личинки. Но дело в том, что где-то их больше, а где-то меньше. Но поэтому опасность от этого… Нет, и уменьшается. Так уж сложилось, что мы живем в крупнейшем очаге эпистархоза на планете. Но, судя по статистике, в Югре за последние 15 лет заболеваемость снизилась аж в 3,5 раза. Победа над болезнью? Отнюдь. Специалисты считают, что причина таких показателей кроется в дефектах учета и регистрации заболевания и снижении внимания югорчан к проблеме. Заболеваемость у нас в сравнении именно со среднероссийскими данными, она превышает в десятки, а по взрослым она иногда и в сотни раз превышает, потому что у нас наибольшая, конечно, пораженность населения именно от 20 до 39 лет, то есть самое активное население. Регистрируется у нас заболеваемость даже среди детей до 2 лет. Их немного, этих случаев, но они есть, тем не менее. Вот поэтому говорить о том, что проблема ушла, да, она теряет, может быть, по сравнению с теми данными, которые 15-20-летней давностью, но мы понимаем, что урбанизация к нам пришла, это неизбежно приносит определенные технологии, меняется несколько питания населения, но при этом проблема не ушла, и у нас пораженность населения высочайшая. Эпистархоз – болезнь загадочная, если судить по количеству мифов, которыми она обросла. Например, среди представителей коренного населения Севера бытует мнение, что эпистархи не причиняют им особого вреда. Пришлое население, оно болеет более тяжело в связи с тем, что иммунная система пришлого населения, она не встречалась ранее с эпистархозом, поэтому местное население, подъедая постоянно, она не так бурно реагирует за счет иммунной системы, потому что они уже привыкли действительно. Но все равно они больны, и это болезнь. Но другое дело, что они так относятся, но это их мнение. Но значит ли это, что эпистархи не причиняют вреда их организму? Причиняют, несомненно, причиняют. Не может паразит не причинять, потому что он живет за счет хозяина, естественно, приносит ему вред. У местного населения, как правило, мы видим хронические холангиты паразитарные, уже со структурными изменениями в печени. И пытаемся им помочь в этом направлении. Либо же это запущенные формы уже паразитарного поражения печени и рака печени. По сути, рак и цирроз печени – самые страшные неизлечимые осложнения, к которым, по мнению врачей, неизбежно приводит эпистархоз. Вариант, что съев рыбу с живыми личинками эпистархов, человек может не заболеть, исключен. А вот заражение через воду – не более чем миф. Всем своим пациентам говорю, выпейте хоть весь ртыш, не заразитесь. Должен быть цикл развития у паразита. Личиночная стадия, через прошедшая через личинку, через рыбу, моллюск сначала, потом рыба, а потом человек. То есть если попали у нас 3 эпистарха в организм, так они и будут 25, 30, 40 лет жить, а размножаться не будут? Не будут.
они будут так и жить, половозрелые особи нашей желчевыводящей системе. Можем ли мы тогда сказать, что через 25-30 лет, когда эти эпистархи умрут естественной смертью, человек станет здоровым? Мы можем так сказать, если это действительно малое количество эпистархов. Если же пациент постоянно подъедает новые, и популяция эпистархов у нас молодеет в нашей печени, да, то человек здоровым не будет. И еще один миф связан с выявлением эпистархоза. Нужно сдавать море анализов, проходить не очень приятные процедуры. Можно сдать кровь, можно проверить желчь, но основным методом исследования является анализ кала. И вот здесь есть определенные нюансы. Яйца эпистарха выявляются в кале спустя 4-6 недель после инвазии. Кал на яйца гельминтов нужно сдавать несколько раз, желательно раза 3 с продолжительностью через 2-3 недели. Эпистархи в принципе откладывают яйца не каждый день. А потому, даже если вы ежегодно сдаете традиционные анализы на гельминтов, результаты их могут не показать, что в вашем организме поселилась иная жизнь. Вот вам и дефекты учета. Может быть, и 10 раз человек сдаст и ничего не найти. Это же тоже, это вероятность. Мы только... Но они там есть. О вероятности? Не знаю. Не знаю. На этот вопрос никто не может ответить. Это если человек может быть заинтересован, и он пойдет в какую-то платную клинику и начнет сдавать там, но это его личная инициатива, его, так сказать, финансы. Кроме количества, важно и качество. К сожалению, не все терапевты объясняют, как правильно собрать материал для анализа. Мы берем из 3 разных точек кала. То есть, вот смотрите, вот у нас, вот это наш кал, да? И мы должны не вот нет, не в одном месте взять, да? Крайнего кончика. Нет, это будет неправильно. То есть для повышения выявляемости где и достоверности нужно какую-то общую среднюю, допустим, вот здесь, вот здесь. Потому что если взять в одном месте, то не факт, что там будут яйца, да? Да. Проще не бывает. А у нас на очереди еще один миф. Это заболевание почти не лечится, и принимать таблетки и всякие препараты, это очень вредно для здоровья, ну, практически яд. Я дважды лечился, меня дважды травили. Хлоксилом, это сильнейший яд, он у тебя запрещен, а меня травили. Хлоксилом эпистархоз больше не лечат. Есть более современные препараты, например, бильтрицит, он же прозеквантель. Суть лекарственного препарата заключается в обездвижении паразита, и дополнительные лекарственные вещества, травы, помогают выйти этому эпистарху обездвиженным, но живым, и выйти из организма человека. Токсичности в препаратах нет. Самое главное – правильная подготовка. Подготовка снижает риск побочных эффектов, которые есть у каждого лекарства. При гибели гельминтов в протоках, они же в протоках находятся, печени, они начинают распадаться. Это чужеродный материал, это белок чужеродный. Естественно, это аллергический удар по организму. Поэтому, естественно, что бывает, что человека нашли эпистархоз, он это не чувствовал, печень у него не болела. Значит, после лечения он начинает печень чувствовать. Но через какое-то время это проходит. Ну, это последствия лечения. В зависимости от состояния пациента, лечение проводят либо в стационаре, либо амбулаторно. Но если пациент будет дальше продолжать употреблять рыбу семейства карпов, проведение дегельминтизации совершенно нецелесообразно и неправильно. Сегодня лечение проходит лишь 15% больных эпистархозом. По сути, люди делают выбор не в пользу здоровья. Но есть ряд профессий, представители которых обязаны проходить ежегодное обследование, а если заболевание подтверждается, дегельминтизацию. Это учителя, врачи, люди, работающие с продуктами питания. В 302-м приказе Минздравсоцразвития России целый список так называемых декретированных лиц. Чаще эти работники получают временные ограничения и небольшой период лечения, который составляет 1-2 дня, он позволяет очень быстро приступить к выполнению работ. Вот, и это не является чем-то серьезным для работодателя. С точки зрения санитарно-гигиенической службы, это оправданная мера, хотя бы таким образом увеличить количество людей, которые проходят это лечение, происходит эту деинвазию. То есть это наиболее сознательная часть населения, на которую можно воздействовать, да? Можно воздействовать, да, хотя бы таким образом.
Работает в округе система паразитологического мониторинга. Ежегодно сотрудники Роспотребнадзора Югры исследуют до 500 проб рыбы на перерабатывающих предприятиях и прилавках магазинов. Особое внимание уделяют именно готовой продукции. И ежегодно в пробах, отобранных для исследования, находят небезвреженные личинки описторхов. Большинство предпринимателей не защищают свою продукцию от контрафакта. Грубо говоря, щука, выработанная одним предпринимателем, может попасть на прилавок с документами другого предпринимателя, и именно в это и упирается эпидемиологическое расследование каждого такого эпизода. По сути, эти эпизоды единичны. А то, что рыбу нужно брать только в магазинах, у проверенных производителей и поставщиков, и на эту продукцию должны быть все необходимые документы – жизненная аксиома. К сожалению, не на высоте пока и очистка сточных вод. А ведь если исключить попадание яиц кошачьей двустки от человека в водоем, проблема заболеваемости эпистархозом перестанет быть такой острой. А пока есть речную рыбу, честно говоря, не хочется. Но врачи не советуют делать поспешных выводов. Тот же ясь, который у нас наиболее поражен, это очень жирная, вкусная, полезная рыба. Другое дело, что его нужно хорошо обрабатывать, и все. Вы едите язей? Да, конечно, и люблю их. Говорят, что для того, чтобы засолить рыбу и быть уверенным в ее безопасности, нужно приготовить крепкий такой соляной раствор. Ну, пропорции везде разные пишут. Главное, чтобы яйцо не тонуло в этом растворе. Вот сейчас мы попробуем такой раствор приготовить. Пока суть до дела, Анатолий Иванович поделился, что сам берет для засола только рыбу, пойманную осенью или ранней весной. Такая при засолке не будет гнить, потому что в кишках у нее практически нет пищи. Соли не жалеет, но обращает внимание на температурный режим. Чем теплее, тем больше соли возьмет рыба. Оптимальная температура – плюс 4-5 градусов. Ну вот яйцо у нас практически не тонет. Попробуем чудодейственный рассол. О, Боже! Горечь горькая. Кто бы предупредил? Как в ней можно солить рыбу? Рыбу после такого раствора придется вымачивать, а это отразится на вкусе. Я солю так называемый сухой посол. То есть нет у меня тут лука. То, что жидкость выходит с рыбы, она уходит, ну, у меня емкость, она утекает от этого, да, с этой емкости. Поэтому это называется сухой посол. Это тоже очень хорошо тем, что когда ты все это сделал, когда сделал сухой посол, ты снимаешь шкуру, она тоже такая получается плоская, красивая, красного цвета, малосоленая. И без ну, можно подавиться с ней. Можно, я говорю, здесь уже как бы точно гарантия есть, что этих букашек точно нет уже. Полгода морозилки, месяц засолка, еще потом месяц вялка, это все убивает всех. А вот это проверим. В лаборатории уже готовы результаты экспертизы. Движения никакого не наблюдается. Оболочки полностью разрушены. То есть эта рыба прошла правильный посол и правильную термическую обработку холодом. Никто не запрещает есть язей, карасей, карпов. Нужно лишь правильно их готовить. А о том, какие опасности таят в себе малосольная щучья икра, медвежатина и даже оленина, в одной из ближайших программ «По сути».